детской библиотеке Губкинского обеспечили равный доступ к получению библиотечных услуг для всех желающих. Особое внимание уделили посетителям с ограниченными возможностями здоровья. Для них в учреждении обустроили комфортную, доступную среду. Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в детской библиотеке установлены визуальные информационные системы, бегущая строка, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, беспроводная кнопка вызова помощника у центрального входа, доступен мобильный лестничный подъемник, для слабослышащих людей установлена стационарная информационная система «Исток». Внутри помещения установлены пристенные поручни. Для детей с особенностями здоровья на базе детской библиотеки реализуются и различные инклюзивные практики. Все они направлены на создание единого творческого пространства.